Вы смотрите «Первый городской». О самых интересных событиях смотрите в выпуске «Время Кривбаса». В студии для вас работает Иван Дучак. Смотрите в выпуске. Первый вице-мэр Кривого Рога Евгений Удод, который находится в розыске, уволился по собственному. Да, побольше, бажано. Могу. Нахуй пошел. Еще кто? Погиб не родившись. За рулем иномарки, которая месяц назад врезалась в скорую с роженицей, находилась жена экс-прокурора. 14 августа на прудах мне сделали кесарево, вытянули мертвого ребенка. Парад вышиванок, марафон и выставка ретро-авто. В Кривом Роге отметили День независимости Украины. В Кривом Роге проходит 4-й парад вышиванок ко Дню независимости Украины. Подробности этих и других новостей прямо сейчас. Первый вице-мэр Кривого Рога уволился по собственному. Об этом сообщают депутаты горсовета в соцсети. Свое желание уйти с высокой должности экс-регионал Удод объяснил политическим давлением на него. Напомню, Евгения Удода подозревают в растрате бюджетных денег и злоупотреблении служебными полномочиями. На рабочем месте теперь уже бывший первый зам не появлялся больше 3 месяцев. Свое отсутствие изначально он объяснял командировкой за границу. Но, как оказалось, чиновник официально находится в розыске и скрывает от правоохранителей. Отмечу, на должности первого вице-мэра Евгений Удод пробыл чуть больше года. За это время успел несколько раз оскандалиться, в том числе и послать на 3 буквы депутата от Демсил при свете телекамер. Домой идите. Все. Что еще? Всю подготовку за. Мне все понятно. Давай тащи пару чудовых фраз. Да, побольше. Бажано. Могу. Нахуй пошел. Еще кто? Продолжить. Погиб не родившись. Авария месячной давности на проспекте Мира получила трагическое продолжение. Тогда, 31 июля, иномарка врезалась в скорую. В автомобиле медиков находилась роженица. От удара она упала с кушетки и ушиблась. Спустя 2 недели ребенок родился мертвым. За рулем иномарки, из-за которой случилась авария, находилась жена бывшего прокурора 3-й прокуратуры. Все подробности у наших корреспондентов. Пересечение улиц Свято-Георгиевская, проспекта Мира и Героев-Подпольщиков. За кадром слышен вой сирены кареты скорой помощи, которая на перекрестке загорается красной. В этот момент на дорогу выезжает белая Мазда, не пропускает медицинскую машину, та едва не опрокидывается на бок и останавливается за перекрестком. Услышал здесь сирену, повернулся, увидел. Удар сразу, когда скорая немного колеса стала. Ну, это буквально прошло секунду между сиреной и своим ударом. Там, ну, я просто когда повернулся, видел, что сирена гудела уже на самом перекрестке. Был удар, скорая стала на колеса, ну и там авария уже развернулась. Я подошел, спросил, как там. Все здоровы. В карете скорой женщина на 7-м месяце беременности, у которой якобы начались преждевременные роды. Она падает с кушетки, ударяется головой, руками и левым боком. А ее подруга травмирует несколько ребер и теперь панически боится дорог и автомобилей. Если еду, допустим, в машине там, или в маршрутке, едет она свыше 40, и у меня уже начинается паника. Мне начинает все трясти, и вот я вспоминаю этот весь момент, когда и машина на ребро стала. Мы все, ну, как бы почти перевернулись, и резко нас кинуло обратно. Это хорошо, что водитель так смог среагировать и вовремя, ну, вывернуть руль, чтобы мы не перевернулись. Беременную женщину пересаживают в другой медицинский автомобиль и увозят в родильный дом на площади Освобождения. Спустя 2 недели, 14 августа, ребенок рождается мертвым. Женщина говорит, по словам врачей, в результате аварии плацента отслоилась от матки. На протяжении 2 недель плод медленно умирал в утробе матери. 14 августа на прудах мне сделали кесарево, вытянули мертвого ребенка. Причиной этого была отслойка матки от плаценты. И врачи сказали, что это еще одна причина тому, что произошла тогда авария, что тогда уже нужно было обращаться, делать все как надо. Оказалось, за рулем Мазды, которая не пропустила карету скорой помощи на перекрестке, была супруга экс-прокурора Криворожской местной прокуратуры номер 3 и дочь владельца кафе «Вилен» на улице Владимира Великого. Подозрения ей пока не предъявили.
И было установлено, что одной девушке, а именно это фельдшеру, которая находилась в скорой помощи, стало плохо. Ей была вызвана скорая помощь. Ее было госпитализировано с предварительным диагнозом сотрясения мозга. На данный момент следствие продолжается. Предварительно было установлено, что столкновение произошло на регулированном перекрестке в тот момент, когда скорая помощь с включенными проблесковыми маячками пересекала перекресток. Убитая горем мать опасается, что дело могут замять, но надеется, следователи установят, кто виновен в гибели ее малыша. Олег Ермолинский, Роберт Сиваков, Виктор Зубченко, Первый городской. Утонул подросток. Трагедия произошла 23 августа в Металлургическом районе. Трое мальчиков купались в пруду недалеко от оптового рынка. Один из подростков не вынырнул из-под воды. Друзья погибшего испугались и убежали с места происшествия. В полицию позвонил очевидец трагедии. Тело ребенка водолазы нашли в течение 10 минут. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. На место происшествия были направлены наряды и группа водолазов. В течение часа тело было обнаружено в 10 метрах от береговой линии на глубине 1,5 метра. На сегодняшний день следственным отделом металлургического отдела открыто уголовное производство. Внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках следствия будет установлено обстоятельства, при которых погиб ребенок. Наркотиков на миллион. Под Кривым Рогом полиция изъяла маляс на сумму более миллиона гривен. 22 августа возле Марьяновки сотрудники управления противодействия наркопреступности и криворожские патрульные остановили легковушку. В машине находились водитель и 22-летний пассажир. В салоне авто правоохранители обнаружили литровую пластиковую бутылку с жидкостью, похожей на концентрат маковой солонки, так называемый маляс. Шофер рассказал, что везет наркотики из Кривого Рога в Крапивницкий. Как выяснилось, задержанные уже не впервые доставляют маляс из одной области в другую. Изъятое вещество отправили на экспертизу. Теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Вакцины есть. Об этом сообщили городские медики. По сравнению с прошлым годом, в этом Кривой Рог обеспечен препаратами на должном уровне. За 2016 год в городе зафиксировали 52 случая заболевания коклюшем, тогда как в первом полугодии 2017-го – 8. Кроме того, в этом году врачи не регистрировали случаи проявления кори, краснухи и эпидемического паротита. Специалисты также подчеркнули, борьбу с инфекциями усложняют отказы родителей прививать своих детей. Некоторые горожане не доверяют вакцинации из-за неверного представления о возможных побочных эффектах. В нынешнем году в Кривой Рог импортируют препараты из Франции и Бельгии. Перед использованием на территории Украины заграничные медикаменты направляют на дополнительную проверку. А родителям, которые отказываются от прививки, конечно, их очень жаль, потому что основная масса населения – это дети, которые привиты. И поэтому, когда встает вопрос посещения детских дошкольных учреждений, школы и так далее, да, запрета нет, но вместе с тем это горючий материал, который в основном будет когда-то встретиться с инфекционной патологией, конечно, переболеет. Отправились на море. Вечером 23 августа работники Кривбаспромводоснабжения уехали отдыхать в Одесскую область. Всего оздоровится 150 криворожан. Это сотрудники госпредприятия и члены их семей. Поездку организовало руководство компании ко Дню независимости Украины. Подробнее расскажет Карина Гутяр. Леся на предприятии Кривбаспромводоснабжение трудится оператором хлораторных установок почти 20 лет. Говорит, работа не тяжелая, но ответственная. На море едет вместе со своими коллегами. Рассказывает, такой отдых для них организовывают часто. На вихідні запропонували людям дуже багато людей, погодилося дуже багато бажаючих. І всі, хто хотів, і з дітьми, і навіть пенсіонерам запропонували. Я вважаю, що це велика заслуга і нашої адміністрації, і так само профспілкової, профспілок, що вони піклуються про нас, щоб ми оздоровилися і гарно провели свої вихідні дні. На море в Одесскую область отправляются нынешние и бывшие работники госпредприятия, а также члены их семей. Всего 150 человек, 15 из них – дети.
Работники предприятия наши едут на Черное море. Это поселок городского типа Сергеевка, Черное море, Одесская область. Мероприятия приурочены к Дню независимости. Такие мероприятия часто на нашем предприятии проходят. Большинство сотрудников компании в этом году еще не были на море. Поэтому все в предвкушении отдыха. Гендиректор Кривбаспром водоснабжения говорит, людей оздоравливают благодаря сэкономленным средствам. Благодаря принятым мною мерам по оптимизации и экономии у предприятия наконец-то появились некие свободные средства. И я просто не вижу лучшего способа их использовать, чем потратить на оздоровление сотрудников. Именно поэтому мною было принято решение организовать поездку на море для 150 сотрудников предприятия. Отдыхать под Одессой криворожане будут 4 дня. Провожать туристов приехали их близкие. Карина Гутяр, Олег Ермолинский, Олег Никитин, Виктор Зубченко, Первый городской. Парад вышиванок в Кривом Роге. Украина отмечает 26-ю годовщину независимости. В металлургическом районе отпраздновали эту дату красочным парадом национальной одежды. Около 1000 человек с самого утра собрались возле Георгиевской колокольни и по главной дороге под украинские песни прошлись к казаку Рогу, где их и ждал праздничный концерт. Наша Инна Даньшина тоже не упустила возможность надеть вышиванку и поддержать патриотическое шествие. В Кривом Роге проходит 4-й парад вышиванок ко Дню независимости Украины. Люди шагают от Георгиевской колокольни к казаку Рогу, чтобы доказать, Кривой Рог – это Украина. С улыбками на лицах, в яркой национальной одежде несколько сотен горожан собрались на парад. Для криворожанок это очередной повод похвастаться собственной вышиванкой. Для нас це такий можливість заявити, що ми Україна єдина, що ми красиві українки, і у нас з'явилася нагода одягнути красиві вишиванки. Вишиванка. Ну, це частина моєї душі, це моя мрія. Це мрія про красиве кохання, бо на ньому на вишиванці є червоний колір. Це мрія про красиве, добре, мирне життя для всієї України. Самих крошечних патріотів принесли на руках. Прийшли і школьники, і студенти. Говорять, День Незалежності – отличний повод для зустрічі з однокласниками перед началом учебы, да ще й в національній одежді. Сьогодні День Незалежності, і знаєте, доволі-таки добре, що ми прийшли сюди всім класом, і всій школі взагалі. Рад все-таки, що можна ко Дню Незалежності так прийти, вот, і, так сказати, з містом, спілкуватися, ну і мирно. Каждый узор на вышиванке – это код нации, в котором скрыта история Украины, считают патриоты постарше. Поэтому сорочку нужно беречь и передавать от поколения к поколению. Подобається, дуже подобається. Це треба робити раз на рік чи два на рік на свята наші українські, хай живе Україна. Свято сидіть, свято. Вдвічі, мабуть, приємніше, що ця традиція є непромисовою, вона відбувається, як то кажуть, не з-під палки. Це дійсно той фундамент, на якому будує себе будь-яка держава, що називає себе державою. І саме завдяки такому потенціалу, як справжні громадяни України, наша країна не має іншого шляху, як шлях успіху і розвитку. Під українські пісні колона прибула к казаку Рогу, де ждав праздничний концерт. В 4-м параде поучаствовали более 1000 человек. Уже в 2018-м наш телеканал приложит все усилия, чтобы побить рекорд Украины и собрать под открытым небом 35 тысяч патриотов. Инна Даньшина, Николай Нечепуренко, Первый городской. Не только прошли, но и пробежали в вышиванках. В Кривом Роге состоялся первый вышиванка-ран по случаю Дня независимости Украины. Участники праздника спорта преодолели почти 3 километра от стадиона «Спартак» по парку Мершавцева. Финишировали там же, на главной спортивной арене Центрально-городского района. Как это было, видел наш Александр Фифилатьев. Вместе с 2-летним сыном Максим пришел на первый в Кривом Роге вышиванка «Ран-забег». Занимается бегом на любительском уровне. Пробежал парочку полумарафонов, уже планирую в этом году еще один как минимум пробежать. Этот забег решил пробежать. Случайно увидел в соцсетях, можно сказать, вскочил в уходящий поезд, потому что в последний день буквально регистрировался. Очень радуюсь, что в Кривом Рогу начинается беговое движение развиваться по чуть-чуть. Макар Максим готовится на следующий год,
В этом году он уже пару кругов мотнул по стадиону, но 3 километра бежать пока, я думаю, рановато ему будет. Идея организации забега пришла спонтанно. Подобные проводят также в Киеве и Одессе. И там они собирают по несколько сотен участников. Ну, як завжди, це виникає якась ідея на кшталт того, а чого у нас такого в Кривому Розі нема? У мене виникла ідея, що насправді досить багато людей в Кривому Розі бігає, і бігає багато і професійно, але тим не менш у нас склалися спільноти людей, які бігають. Така спільнота потужна в Києві, в Одесі. Це люди зі спільними інтересами, навіть цілями в житті, тобто вони розвиваються руками разом. А в нас тако, мені захотілося, щоб таке було і в нас. І, наприклад, егоїстично я теж почала бігати. Прийняла участь в праздничному забігі і наша зйомочна група. Тим більше, що проігравших в соревнованні не було. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Забігу! Укрепление иммунной системы, внутренних органов, все супер. Я, конечно, не спортсмен и бегу далеко не в первой тройке, но, как говорится, главное не победа, а участие. Для неподготовленного человека может быть немного сложно, но в целом ощущение очень даже ничего. Поздравляю с Днем независимости Украины. И считаю, что все должны своей страной гордиться. Я совершенно случайно пришла, увидела, какие здесь классные люди, какие классные организаторы. И я перебежала первая девчонка, хотя я не ожидала от себя вот всего этого. Всего в забеге приняли участие до полусотни человек. В следующий раз организаторы надеются собрать куда больше людей. Александр Фифилатьев, Вячеслав Бескаравайный, Первый городской. Поздравили с Днем независимости. В Долгинцевском районе наградили 8 участников АТО. Денежные подарки военнослужащим вручил глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов. Все награжденные экс-бойцы 3-й роты 14-го батальона территориальной обороны Черкасы. В рядах вооруженных сил служили с февраля 2014 года. Первый раз мы попали в, как говорится, неприятную ситуацию. Село Богдановка, сзади нас была Богдановка, впереди Петровская. Дальше Гранитная, Старогнатовка. Ну, в общем, были на нуле, на передке, воевали. В штыковую не ходили, но сидели под обстрелами каждый божий день. Появилась идея приехать поздравить как жители нашего района, как и защитников нашей страны в День независимости поздравить с этим праздником. Вот такая была идея, поэтому благодарим еще раз, поздравляем еще раз с праздником наших бойцов. Велопробег, выставка, ретро-авто и мастер-классы. Так отметили День независимости в Саксаганском районе. Праздник начался с велопробега, в котором поучаствовали около 100 спортсменов. Колонна стартовала от площади Александра Поля, а после проехала по улицам района. В общем сложности велосипедисты преодолели около 20 километров. Сегодня я и другие велосипедисты решили сделать этот велопробег в этого свята. Воно дуже дорого нам дається, це свято, тому ми так добре його сьогодні вирішили відзначити. З Днем Незалежності всіх, з Днем Незалежності Україна, усіх зі святом. А возле парка Саксаганский организовали выставку ретро-автомобилей. Запорожцы, москвичи, Волги и даже американский Виллис. Всего более 10 ретро-каров. Криворожане могли не только сделать селфи возле экспонатов, но и посидеть в салоне авто. Большинство машин их владельцы восстановили самостоятельно. Восстановили этот легендарный Виллис 42-го года выпуска. Поставлялся во время войны по Ленд-лизу в программе. Помощь от союзников союзникам. Прошел почти всю войну. Сохранился. Конечно, было очень плачевное состояние. Много работы, труда вложили в его реставрацию. Посмотрели главные новости города, время Кривбаса. Желаем процветания, здоровья, крепкого духа, богатой и щедрой Украине. Для вас работал Иван Дычак. Оставайтесь на Первом городском. Здесь и увидимся.